Подвиги Али Молдагуловой помнят и чтят. В этом году ей исполнилось по 99 лет, и эту дату активницы не могли обойти стороной. И в преддверии ее дня рождения возложили цветы к памятнику по проспекту Алии. Организаторами выступили сотрудники мемориального музея Али Молдагуловой, которые из года в год проводят такие памятные мероприятия. 15 июня – день рождения героя Советского Союза, нашей землячки Али Нурмухамедовны Молдагуловой. И сегодня наш музей Али Молдагуловой организовал праздничное мероприятие, посвященное 99-й годовщине со дня рождения снайпера, ефрейтора, героя Советского Союза Али Молдагуловой. Вот. С этой целью мы пригласили... Вот мероприятие само проводится на мемориальном комплексе. Участвуют родные и близкие Али Молдагуловой, ветераны, областной совет ветеранов. Неравнодушными остались и гости торжественной встречи. Каждый из них благодарен нашей отважной Алие, которая в юном возрасте не побоялась пойти на фронт и ценой собственной жизни защищать свою родину от фашистских войск. Желаю всем актюбинцам в этот день праздничный, 99 лет сегодня исполнилось герою Советского Союза Али Молдагуловой. Это наша сестра, казахстанка, которая одна из первых женщин Казахстана получила звание Героя Советского Союза. Пришли почтить память ко дню рождения, возложить венки от группы советских войск Германии. Алия Молдагулова родилась 15 июня 1925 года в селе Булах Хабдинского района. Будучи хрупкой девушкой, она является примером мужества, целеустремленности, смелого характера. Сегодня в честь нее звучали стихи и песни, которые за многие годы стали любимыми в народе композициями. Тамирис Шумабаева, Жастан Жубаев, программа «Факт».